Жилой комплекс «Северное сияние» сдали. 270 семей смогут отметить Новый год в своих квартирах. Ну и добавлю, история длилась около 3 лет. Многоэтажка на улице Березки стала еще одним символом долгостроя. В этом году ситуацию взял на контроль губернатор Юрий Берг. Он потребовал сдать высотку до конца 2017-го. И вот проблема благополучно разрешилась. Дольщики уже активно переезжают в свое жилье.